Я вам скажу, что сегодня, если бы американцы почувствовали, что российская армия не готова дать отпор, они бы по-другому с нами разговаривали. Сегодня все-таки есть какой-то у них и боязнь, и уважение к тому, что против них стоит огромная сила. Это и флот, это и наши космические войска, и ракетные. И, есть достижения науки военной, которые американцы, может быть, еще не достигли. Но, во всяком случае, да, у нас была сильнейшая армия в мире в то время, когда мы были вынуждены за железным занавесом защищаться и думать о том, что мы как бы страна, которая еще рядом имеет договора какие-то со странами Демократического Союза. Вот. Сегодня, во-первых, другое время, другой век, другая техника. Но я, как человек, который всю жизнь провел с армией, и я воспитанник армии, и поэтому я хочу сказать, что наша армия готова к любому отпору, но не дай бог. Вот. И сегодня руководство армии очень грамотное, и я считаю, что сегодня армейская готовность, она на высоком уровне.